Долина волков. Западня. Полат Алемдар Ниджати Шашмас. Ахуторос Нефисе Каратай. Долина волков. Западня. Все лица и организации, о которых мы вам рассказываем, являются вымышленными. Мимати, как ты? Лежи, не вставай. У меня все нормально, шеф. Джайбей, операция не может идти так долго. Там что-то не так. Хикмет Бей, делается все необходимое. Мы можем узнать, что происходит в операционной? Нет. Надо ждать и молиться. У нас нет другого выхода. Один. Два, три, четыре, пять. Сделайте укол. Ампула адреналина, ампула атропина. 13, 14, 15. Вошел в состояние фибрилляции. Увеличьте электрошок до 240. Давай, сынок. 4, 5, 6, 7. До 300. Ну, слава Всевышнему. Вошел в синусоидальный ритм. Шеф, что они делают? Здесь же рядом люди, дома. Они хотят перевернуть этот район вверх дном. Уходим, Мимати. Муро! Оставайтесь на своих местах. У нас нет времени. Скорее, скорее, доктор. Я вынул пулю. Мне нужно время, чтобы зашить рану. У тебя есть только 15 минут, доктор. 15 минут. Mm-hmm.
Нужно сделать перевязку, Мимати. Шеф, какая перевязка? Сейчас не время. Все хорошо? У нас все хорошо. Медсестра, вы лучше принесите нам воду и вату. И прошу вас, не паникуйте, не надо. Проходите. Мимати, скажи ребятам, пусть приготовят чистые вещи. Он твой, но ты не должен его убивать. Понял меня? Почему? За ним приедет его хозяин. Что за хозяин? Не ты один хочешь допросить его, Хакан? Он не умрет, если ответит на мои вопросы. В противном случае, извини, Вурал. Я тебе говорил, Абдульхей, что ты расплатишься за все. Хакан, с тобой я не буду расплачиваться. Посмотрим. Абдульхей, как-никак ты получил урок за свои действия. Теперь посмотрим, как ты это выдержишь. Как дела, Тунжебей? Он перенес операцию. За ним ведется тщательное наблюдение. Нельзя сказать, что угроза его жизни миновала. Теперь очень важны следующие 24 часа. Все будет хорошо, шеф. Спасибо, Хикмет. Шеф, я до сих пор не могу дозвониться до Абдульхея. Он разве не с вами? Нет. У него были другие дела. Тунжабей, я хотел бы увидеть Ирхана. Конечно. Yeşil başlı güveler dek uçar gider göle karşı. Yeşil başlı güveler dek uçar. Дорогой ты мой. Gider göle karşı.
Осторожно. Вы подготовили помещение? Комнату с тыльной стороны здания. Осторожно. Я позову ребят. Нужно принять меры предосторожности. Нельзя, Сервет. Мы привлечем внимание других. К тому же никому в голову не придет искать его здесь. Раз, два, осторожно. Все хорошо, вы можете идти. Сервет. Где мы находимся, куда вы меня привезли? Мы в безопасном месте, не беспокойся. Почему мы здесь? Полат напал на нас. Что потом? Мы ответили и остались живы. Но не смогли его добить, потому что ты был с нами. Почему ты оставил их? Если бы ты погнался за ними, ты бы его убил. Не утомляй себя. Тебе надо отдохнуть. Абдульхей, начальник, замешан в этом деле? Полат. Ну как ты? Все в порядке? Что произошло, Полат? Давай не будем сейчас говорить на эту тему. Как ты себя чувствуешь? У меня все хорошо. Я только испытываю невыносимую боль. Это пройдет. Все пройдет. Не могу ничего вспомнить. Как мы вышли оттуда? Как мы оттуда вышли? Этого больше не повторится. Я больше не позволю, чтобы ты испытала боль из-за меня. Не расстраивайся, брат. Этот Муро ответит нам за все, даже если он отправится в ад. Главное, чтобы вы выздоровели. А спросить с Муро — это самое легкое. Шеф, а где Абдульхей? У него дела. Он должен скоро приехать. Эрхан? Он выдержал, но с трудом. Честно говоря, я бы жутко расстроился, если бы мы его потеряли, шеф. Да брось ты, невзад. Если бы ты расстроился, то расстроился о своей смерти. Ты что, сынок, разве мертвые могут расстраиваться? Что за дело, шеф, связанное с организацией? Это дело лучше твоего дела, которым ты болен. Ты про что?
Кто тебе рассказал? Эрен. Значит, это теперь тема для разговоров. Главное, чтобы ты с этой болезнью не попал в больницу. Эти дела испортят нашего Хикмета. Не говори потом, что я не говорил тебе, Хикмет. Да, я тоже кое-что слышал. От кого ты получил приказ? Мне нечего сказать. Этот план разработал один Полат Алимдар? Абдульхей, нас предал Тамер. Ты уверен, шеф? Они вошли в комнату и уничтожили все приборы. Забрали Али Аскери и оставили в живых Тамера. Что теперь будем делать, шеф? Мы должны вести себя так, как будто мы проглотили их наживку. Нам надо узнать, кто стоит за Тамером. Замешан ли начальник в предательстве? Мне пришла в голову мысль, шеф. Что за мысль, Абдульхей? Я пойду к начальнику и скажу, что убью Полата Алимдара. Таким образом, я сделаю вид, что я на их стороне, и мы сможем узнать, кто есть кто. Нельзя, Абдульхей. Это очень опасно. Если ты хочешь узнать, на чьей стороне начальник, тогда у нас нет другого способа, кроме этого, шеф. Я не могу бросить тебя в такой огонь, Абдульхей. Это плохо кончится. Мне нечего сказать. Увеличь напряжение. Кто входит в ваш план, кроме тебя и Полата? Все в порядке, Урал? Зачем ты меня вызвал? Ты знаешь, где сейчас Хакан? Нет, я его не видел сегодня. Что происходит? Зафер убит. Кто его убил? Абдульхей. А где Хакан? В этом-то и проблема. После того, как Абдульхей убил Зафера, Хакан поймал его. Теперь я не могу связаться с ними. Мне очень жаль. Спасибо. Мы можем переговорить с глазу на глаз? Что-нибудь узнал? Зафер был убит вчера ночью. А что с Абдульхеем? Его похитил Хакан, но я не знаю, где они сейчас. Кто тебе приказал убить Тамера? Нужен ли приказ, чтобы убить предателя?
Ты не дал сказать Тамеру, но я даю тебе этот шанс. Говори. Мне нечего сказать. Если Тамер скажет, нас раскроют, шеф. Если Тамер действительно работает на разведку, тогда он тебя не сдаст. Мне известно, что наш офис приказал взорвать начальника. А если он назовет мое имя? Тогда он предаст нас и наше управление. Мы придумаем что-нибудь. Хакан тоже будет присутствовать при этом? Это не имеет значения. Тем самым он тоже определит свою позицию. Говори! Мне нечего сказать. Шеф, если мы продолжим пытку, он умрет. Ты делай свое дело. Приведи его в чувство. Иди на свое место. Господин судья, когда я был в сиротском доме, меня забрали оттуда, вырастили и воспитали. Потом сказали, что я сын этой родины, отчизна будет тебе и отцом, и матерью. Государство священно. Самая большая честь — это служить государству и умереть ради него. Это было моей верой. Чтобы защищать свою веру, я покорно подчинялся своим начальникам. Государство поручило мне служить Пулат-Олимдару, чтобы защищать его. И в случае неверных действий со стороны Пулат-Олимдара, я должен был убить его. За свою жизнь мне довелось видеть государство с разных сторон. Я узнал многих лидеров, работавших от имени государства. В определенный момент я видел их бессилие. Но не так-то просто занимать такую должность. Никто не разбирается в этих делах. Придет тот день, когда все будут отвечать за свои поступки. Я счастлив, что отвечаю перед вами вместе с этими людьми. Все, хватит, хватит! Абдульхей. Слушаю, шеф. Как ты? У меня все хорошо? У нас все хорошо? Шеф, какие-то проблемы? Да нет. Тогда все хорошо, шеф? Абдульхей, следи за собой, хорошо? Хорошо, шеф. Ты хочешь что-то мне сказать, Абдульхей? У меня пока не возникло вопросов, шеф. Ну что ж, хорошо. Даже если ты возьмешь мою душу
Мне нечего тебе рассказать. Ты скажи мне место, где хранится оружие, и мое дело будет сделано. Убей меня, Хакан. Убей. Сними с него брюки. Не будь подлецом. Если ты хочешь убить, убей. Прикрепи кабель, куда я ударил. Отец, мои ребята получают пули, а я страдаю от этого. Я уже не могу. Не могу дальше выдержать все это. Я чувствую себя бессильным. Я никогда не видел тебя таким сильным, сынок. Ты первый раз нашел в себе силы сказать о своем бессилии. Отец, я все время оказываюсь в безвыходном положении. Не могу достигнуть чего-то главного, никуда не успеваю. Все мы рабы. Бывает, когда мы достигаем чего-то, бывает, не достигаем. Но во всех случаях всему этому сопутствует всего лишь одна определенная сила. Это Аллах. Люди, которые находятся в безвыходном положении, всегда имеют какой-то выход из этого положения. Надо просто проявить терпение. Аллах не нагружает человека грузом, который он не может поднять. У меня нет сил поднять даже муравья. Есть. Твоей веры достаточно для этого. Нам нужно побыть здесь несколько дней. Я поговорила с Серветом. Он говорит, что на улице очень опасно. Как только я встану на ноги, мы уйдем отсюда. Конечно, мы уйдем отсюда, как только ты встанешь на ноги. Мне неудобно здесь находиться. Я не хочу, чтобы организация ответила за это. Как только ты вылечишься, мы уедем отсюда. Как только я вылечусь, мы убьем Полата Алемдара и сбежим отсюда. Муро. Дай воды. Муро, ты выполнишь мою просьбу? Что? У нас есть один беженец. Он создает проблемы. Его дело передадут полиции. Позови Сервета. Сервет. Подойди, Сервет, подойди. Сервет, поймали одного агента. Невал его покажет. Тебе надо убить его. Хорошо. Скажи мне место, где вы прячете оружие, Абдульхей. В Самандре. Где именно в Самандре? Шеф, что будем делать? Давай нападем на все его офисы, расспросим его людей. Его люди не знают, где он прячет Абдульхея. Как мы найдем это место?
Что мы теперь будем ждать, пока он скажет нам: возьмите вот его труп? Абдул-Хей должен отправить нам сообщение. Какое сообщение? Если они его допрашивают, Абдул-Хей даст им наживку. Этой наживкой должен быть склад с оружием. Идите и осмотрите это место. Если там есть оружие, привезите все сюда. Хорошо, шеф. Ты понял меня? Друзья, они вас обманывают. Предоставляя вам визу в Европу, они просят вас отречься от своей религии. Тихо, тихо, я сказала. Что происходит? Сидеть. Проводи его на улицу. Стой смирно. Ты понял меня? Слушайте меня внимательно. Мы отправляем вашего друга в Ирак. Если вы хотите ехать в Европу, вам следует подчиняться местным законам. На кого он работает? На государство. Не делай этого, пожалуйста. Прошу. Этот участок для строительства склада принадлежит казне. Они предложили взятку, но я не принял ее, Хусейн. Хотели очернить мое имя, но я не поддался. Я прошу тебя не ставить свою подпись. Держись подальше от этого дела. Вместо тебя должны направить другого человека. Вместо меня будет подписываться кто-то другой? Настоящее положение хуже, чем ты думаешь. Если ты будешь отказывать подписаться, случится самое худшее. Я делаю и буду делать это, чтобы защитить свою честь и достоинство, Хюсейн. Тем самым ты усугубляешь свое положение. Все пройдет, дочка. Не расстраивайся. Ты же рядом, дядя. Скорее бы все кончилось, Сельчукбей. Мы были огорчены случившимся. Спасибо. Я скоро подойду, дочка. Все будет хорошо, милая. Милая, он не смог тебя уберечь от пули и смеет находиться здесь в больнице. Мы смогли зайти, как только он уехал отсюда. Фуад, сейчас не время для разговора. Ты права, извини. Тебе надо поскорее встать на ноги. И что потом? Он хочет поговорить с тобой. Всю дорогу мучил меня этими разговорами. У меня все хорошо, Фуад. Спасибо. Не утомляй себя. О чем ты хотел поговорить со мной, Фуад? Скажи мне, что ты в нем нашла?
Фуат. Ну хорошо. Извини меня, Инжи. Я очень устала. Мне надо немного отдохнуть. Замените оборудование. Хорошо, мы решим этот вопрос. С вами все в порядке, Сельчук-бей? Скорее всего, у меня понизилось давление. Мы осмотрим вас, Сельчук-бей. Приготовьте одно свободное место. Прошу вас, комната для инъекций свободна. Сельчук. Что случилось, Сельчук? Скорее всего, у него понизился сахар в крови. Надо проверить состав крови. Зачем? Не надо. Ты просто не выспался и устал? Все равно мы находимся в больнице, Жулиде. Сколько времени я хотел пройти обследование? Ты только что покушал, Сельчук. Анализ крови сдают на голодный желудок. Нет необходимости, госпожа медсестра. Нет, мне надо пройти обследование, медсестра. Что ты узнал? Только место, где хранится оружие. Я направил туда ребят. Хорошо. Сейчас придут люди, чтобы забрать Абдульхея. Зачем это нужно? Почему бы не расспросить его здесь? Нас не должны беспокоить эти вопросы. У них свое помещение, где они могут его допросить. Ладно, пусть будет так. Тебе надо завершить дела с чиновником и журналистом. Мы и так потеряли столько времени из-за Абдульхея и Зафера. Оружие здесь, шеф. Европейские СМИ очень чувствительно относятся к христианским меньшинствам в Турции. Парламенты западных стран готовят законы о геноциде. Мы знаем об этом. Турецкие СМИ тоже чувствительно относятся к этой проблеме. На этой стадии ваши заявления повлекут за собой появление разногласий в европейском обществе. Я побеспокоил вас по этому поводу. Я слушаю вас.
Какие проблемы испытывают христианские меньшинства в Турции и какие меры надо предпринять для их решения? В нашей стране мы мирно живем вместе с турками и мусульманами около 1000 лет. Наши общины молятся на своих языках. Представители диаспор молятся на английском и французском. Господин, вы неправильно меня поняли. Нет, я все правильно понял. В 1915 году была большая резня, были огромные потери. Когда мы чувствовали эту боль, вас не было рядом с нами. Сейчас же вы смущаете людей, с которыми мы делим свою боль. Почему? Какой у вас интерес? Мы можем решить свои вопросы внутри себя и не хотим, чтобы кто-то бередил эти раны. Что вы сделали? Некоторых беженцев мы распределили в молебные дома. Отделили от них людей, занимающих важные посты в своей стране. Остальные пока продолжают жить как прежде. В чем проблема? Ничего существенного. Возникли мелкие вопросы, но мы их решили. Как обстоят дела с журналистом? Хакы полностью установил связь. Они ждут от нас сообщения для принятия мер. Вы подготовили репортажи? Да. В первую очередь будут распространены в европейских СМИ, а потом в турецких. Транслируйте и печатайте репортажи как положительные, так и отрицательные. Хабиль, надо сделать так, чтобы имя этого человека вошло в повестку дня страны. Его досье отдано соответствующим лицам. С некоторыми из них я сам поговорил лично. Как только будут определены наши правила, мы поговорим с тобой о времени проведения акции. Но... какая польза нам, если мы... уберем этого журналиста. Западные СМИ увеличат тираж газет относительно меньшинств. Тем самым люди придут в смятение. И если ты хочешь получить цепную реакцию во время аварии, тебе следует резко нажать на тормоз. Ты продолжишь движение, но все машины, едущие позади тебя, обязательно столкнутся друг с другом. Шеф, Абдульхей жив? Мемати, зачем им отдавать труп? Шеф, кому они отдадут его? Они передадут его тем, на кого работает в Урал. Мой сладкий, мой хорошо, лев. Хорошо, я сейчас подойду. Милый ты мой.
Какой большой. Молодец. Ну, молодец. Так. Ну-ка, дай мне руку. Милый ты мой. Сладкий мой. У нас все хорошо, матушка Назифе. Пусть Аллах им поможет. Все они молодые. Ты слушаешь меня, сынок? Я говорю о твоих ребятах. Я слушаю вас, матушка Назифе. Эрен. Ты хорошо смотришься, когда ухаживаешь за ребенком. Здесь не место говорить об этом. Но я ваша матушка. Я хочу приходить сюда, чтобы увидеть рождение своих внуков. Матушка Назифе, я нашел одну девушку. Я очень рада, сынок. Кто она? Зовут Ганюль. Пусть кончится эта суматоха, потом я хочу, чтобы мы пошли к ней и попросили ее руки по велению Аллаха. Пусть все будет, как ты хочешь. И кто она? Вот когда мы поедем туда, ты у нее все узнаешь, матушка Назифе. Дочка, ты не хочешь сегодня пойти на берег? Не знаю, мама. Что-то беспокоит тебя? Нет. В последнее время в моей голове все смешалось. У меня есть один парень. Мы познакомились с ним возле берега, когда пили чай. Но мне непонятно одно. Он интересуется мной и говорит слишком откровенно обо всем. При третьей встрече сказал, что придет просить мою руку. И что ты сказала? А что я могла сказать, матушка? Поэтому у меня в голове все перемешалось. Я не выхожу на прогулку, боясь встречи с ним. И кто этот молодой парень? Если хочешь, расспросим о нем. Матушка, что ты хочешь спросить? Он безумный? Разве нормальный человек будет просить руки и сердца на третьей встрече? Он знает о твоем состоянии? Если он не слепой, тогда знает. Шеф, это место как крепость. Может попросить помощи у Альпера? Нельзя, Мимати. Если мы войдем туда шумно, они убьют Абдульхея. Дай бинокль. Шеф, вдвоем мы точно туда не пройдем. Что будем делать? Что-нибудь придумай, Мимати. Кто вы такой? Это ты хочешь спасти государство? Ты будешь подписывать? Будешь подписывать или нет? Никто не сможет заставить меня подписать эту бумагу.
Тогда подпишет тот, кто придет после тебя. Что ты делаешь? Оставь меня! От кого Полат Алемдар получает приказы? Здесь хорошо, шеф. Чего хорошего, Мимати, когда ребят нет рядом с нами. Если мы будем продолжать пытку, он умрет. Он заговорит. Дайте ему лекарство. Thank you.
Шеф, эти стены давят на меня. Как будто весь мир подслушивает нас. Иногда тишина может быть сильнее криками мати. Когда Абдульхей говорил тебе, что эти дела не похожи на дела мафии, ты сердился. Я и сейчас злюсь, шеф. Ну что сказать? Тебе идет злиться, Мимати. Шеф, какой у нас план? Мимати, ты думаешь, у нас остался какой-то план? Если я смогу взять Абдульхея, я возьму его. Если нет, тогда мы с ним погибнем вместе. Раз нам суждено умереть, почему ты говоришь об этом в единственном числе? Ты не пойдешь со мной, Мимати. Шеф, тебе умирать, а мне жить, что ли? Нет. Тебе надо будет умереть в другом месте. Ну, спасибо и на этом. И где? Мимати, свяжись с Альпером. Пусть узнает, где находится Вурал. Пойдешь к нему. Если мы умрем, ты убьешь его. Если ты останешься жив, я дам тебе список людей, которых нужно будет убрать. Ты меня понял? Да, и что потом? Дальше ничего, Мимати. Дальше каменная плита на надгробии. Будет кому приставить к твоей голове пистолет. Прости меня, Мимати. Если есть за что, шеф, и ты прости меня. Пусть у нас все получится. I hope we can straighten everything out. This is terrible. It's not the way I wanted things to go at all. It should have never happened. I'm gonna straighten everything out tonight. I don't want my phone to bother anymore. You won't be, Mike. I swear on my children. But you gotta keep an open mind. Все в порядке, Фуатбей. Ты же раньше не смотрел такие фильмы. Я стараюсь понять. Что? Женщин? Когда смотришь фильмы о мафии? Да? Почему? Я хочу найти свои недостатки. Ну и что-нибудь нашли? Нашел. Что? Мне в этой жизни первый раз отказали. Аху. У меня есть соперник. И кто же это? Полат Алимдар. А в чем между нами разница? И в чем же? В оружии. Ну, это просто. Возьмите это, Фуатбей. Милый мой. Если бы Аху волновала только это, она бы вышла замуж за полицейского. Посмотри, как женщина идет за этим мужчиной. Как это у него получается? И как же?
Вот так вот. Моей мишенью никогда не было живое существо. В этом мой недостаток. Это легко. Приведи его в чувство. Хвала Талимдар получает приказы от начальника. Что это? Живая мишень? Ты не понял меня. Если я убью курицу, думаешь, это подействует на девушку? Этому можно научиться только так, Фуатбей. Очень мало профессиональных снайперов, которые могут убить мечущуюся курицу. Я был на охоте на львов в Африке. Я не могу упражняться на курицах. Булут, мне нужен... человек. На самом деле есть один человек, хотя его вряд ли можно считать человеком. Кто вам сказал о местонахождении Али Аскери? Если он не заговорит, убейте его. Я убью его с таким удовольствием. Убейте его, правильно? Нет, почему? Отец будет морочить нам голову из-за его смерти. Ну что ж, придется искать кого-нибудь другого. Поехали, Фуатбей. Нет, я хочу убить кого-нибудь сегодня ночью. Кого я могу найти в такое позднее время? Убей кого-нибудь из работников. Милый ты мой, я не хочу быть серийным убийцей. Я не хочу убивать кого попало. А это кто? Кто это? А, это человек, у которого мы купили порт. То есть ты знаешь его? Да, он наш партнер. Прекрасно. Что?
Что вы сделали, Фуад Бей? Ах, я не рассчитал скорость ветра. Он остался жив. Мне скучно. Я пойду, Булут. С вами все в порядке. Сейчас, подождите. Вызовите скорую помощь. Вы Брахимбея стреляли. Потерпите немного. Сейчас приедет скорая. Держитесь. Где скорая? С вами все хорошо. Не беспокойтесь. Скорая приедет. Булут, в него стреляли. В него стрелял Мемати Башки Мальбей. Мы ответим ему. Как ты, партнер? Мне плохо, Булутбей, я умираю. Нет, ты не умрешь. Не беспокойся, партнер. Мы ответим за твою кровь. Ответим. Пошел прочь отсюда. Что происходит? Они говорили, что у него двойная охрана. Любимый, они очень красивые. Ты достойна самого лучшего. Ты тоже.
bizi kendinize getirir. Hı hı. Как ты?